Короче, друзья, нашел для вас крутой файтбол, а самое главное, он недорогой. FUA – тот самый магазин для спорта. У меня до этого на канале было два обзора на файтболы. Это был файтбол Rival от Ломаченко, который стоил примерно чуть больше 1000 гривен. И второй – это набор мячиков от Title трех разных размеров, которые вы немного, так сказать, захейтили за то, что он стоил 2000 гривен. Я не спорю, это дорого, и я после этого обзора решил задаться себе такой целью. А почему бы не найти качественный мячик и не за дорогую цену? Потому что многие стали писать, а чем отличается та же самая кепка, резинка и теннисный мячик от, допустим, тех дорогих. Вот я начал в этой теме разбираться и потихоньку вышел на этот мячик. И начну я, конечно же, с цены, потому что цена — это первое, на что вы обращаете внимание. И на момент снятия обзора этот мячик стоит 299 гривен. Мячик здесь не легкий, а это главный плюс, потому что при ударах он будет нормально отпружинивать и натягивать резинку. Помните, как было с Тайтлом маленьким? Он был сильно легкий и не мог нормально отпружинить и натянуть резинку. Маленький не мог натянуть резинку. Сам мяч сделан из резины, его поверхность напоминает мяч для гольфа. Вот о чем я хочу вас предупредить. Смотрите, он такой себе довольно жесткий, и когда вы набиваете его голыми костяшками, то чувствуете небольшой дискомфорт. Если у вас руки не набиты, то я вам советую лучше намотать бинт, либо надеть какую-то бинт-перчатку, потому что, ну, будете просто выбивать все костяшки. В комплекте идет дополнительная резинка, обе резинки не регулируемые, все это крепится вот на такой вот обыкновенной затяжке. Сама фиксация на голову очень простая, в принципе, ничего не надо здесь нового придумывать, потому что если что-то сюда будет придумываться, то, соответственно, и цена будет расти. А нам же надо бюджетное. В общем, друзья, мячик мне очень понравился, и свои деньги он полностью оправдывает. И самое главное, что я для вас нашел недорогой бюджетный файтбол. Мне на нем тоже очень понравилось работать. И если он понравился, то ссылки будут в описании под этим видео. Если вам понравилось само видео, лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч. Ай, блин. FUA – тот самый магазин для спорта.